Игорь! 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 Игорек, ну уйди! Ну непослушный ребенок, ну что взять? Давай, пожалуйста, ты в этот раз его не будешь убивать. Игорь, подожди. Игорь, он хороший малый, ну любит тебя сильно, ну хочет обнимашки, видишь? Не бей его, Игорь, пожалуйста. У меня есть уже молодой человек, я занята. Это приятно, это приятно. Игорь, руки на девушек, Игорь! Игорь! Не, ну слушай! Игорь! Ты знаешь, куда бежать надо? Ты-то в деревне заспавнилась сейчас. Я знаю. Игорь, ну как бы я тебе все разрешал в этой жизни, но на девку мою руки поднимать тоже нельзя! Катя, я тебе отомстил. Спасибо, а где я? Мне бы тебя сейчас найти. Кать, Игорь номер 2 пришел. Ну да сколько же вас здесь? О, боже. Кать, беги на север, там, где холодно в горах, жду тебя тут. Хорошо, шапри бегу. Шапри беги, я пока буду еду пережаривать, давай. Как? Делишки, собака. Молодые, собака, людишки. А если на самом деле, как, девушки, ребятишки, с вами снова Эдисон и, естественно, наш виновник торжества. Это молодая женщина, которая за последнюю серию убила 4 Игорей. И именно вот эту молодую женщину мы обучаем играть в Майнкрафте. Екатерина Выхухляцкая, это наша новая серия выживания в Майнкрафте. Ты это понимаешь? Добро пожаловать. Добро пожаловать. Всем добро пожаловать. В общем, дорогие мои люди, подписчики, чем мы с вами будем заниматься в этой серии? Еду я пережарил, у меня, в принципе, еды должно хватить до того момента, пока мы с тобой, Кать, доберемся домой. А сейчас, ну, ты, скорее всего, уже знаешь, куда мы будем с тобой отправляться. Вот в эту сторону. Вот в эту? В башню, да. Вот в ту самую башню. Точно. Иди быстрее сюда, смотри, какой... Где какой... рейд? Где рейд? Да, рейд. Что такое рейд, Кать? Прочитала рейд комменты? Это нападение на деревню злых людей, бандитов. Молодец. Запомнила. Не зря вы, ребята, и пишите каждую серию какие-то слова и объяснения к ним. Вот она запоминает хотя бы, а то я ее никак не могу научить чему-либо. Так, у нас тут спорная ситуация на самом деле, потому что большинство подписчиков пишет, что нам не стоит туда идти, потому что у нас стрёмная одежда, мы не сможем просто выжить там. А другие говорят, что наоборот, там много шматья, много всяких разных сокровищ, и нам наоборот стоит туда идти. Что нам делать? Вот, ну, на самом деле, как мы ребятам говорим, в каждой серии мы реально читаем, реально каждый комментарий. Реально. Каждый комментарий под роликом. Потому что вы реально пишете там годные штуки. Если бы не вы, то мы бы давным-давно уже бы умерли бы. Да, реально сдохли. Реально бы сдохли. Кать! Это... Я? Кать, если что, рейд начинается прямо сейчас, в эту же секунду. Только проблема в том, что тот пень, который стоял с баннером на спине, он только что испарился и, скорее всего... Иди сюда, Кать, давай, нападай! Помогай! Зажали с двух сторон! Зажали! Пошли! Слушай, тут был вот этот чувак с баннером наверху, он прям на моих глазах испарился. И проблема в том, что мы с тобой не можем тогда получить статус рейда, что ли, как он там называется, без этой чупакабры. Возможно, она тпхнулась вот туда внутрь. Только не спрашивай, пожалуйста, что такое тпхнулась, хорошо? Я знаю, что такое тпхнуться. Что такое тпхнуться? Переместиться. Ну типа да, телепорт. Кать, заходи, пожалуйста, аккуратно. Аккуратно. Тук-тук, мазафакеры, есть кто дома? Господи, ты что так пугаешь-то, ну? Да подожди, да я тебе говорю аккуратно, ты уже прям выдвинулась. Оп, сундук. Ёпперсетес. Что там? Арбалет. Арбалет мой. Чур, арбалет мой. Твоя морковка. Пшеница мне. Так, картошку я забираю, пшеницу я тоже забираю, морковку забирай, железо забираю, дерево забираю, кровать для Кати заберу. Кать, или мы лохи, или мы дважды лохи. Мы нашли то место, где спавнятся бандиты, чтобы мы с тобой могли получить статус рейда, да? Но почему-то у меня прямо на глазах этот чувак с баннером пропал. А ты не думаешь, что он сейчас возьмет и появится где-нибудь прям за нами и убьет нас? Не, ну вряд ли так работают телепорты, то, что он появится прям за нами. Зато смотри, что я старотыбзю, Катюх. Все баннеры этих воришек, этих грабителей будут моими. Ты давай спускайся вниз, давай вот что так такое сразу... баннеры? Это вот здесь это... что-то особенное? Ну, баннеры вот это... Ты не знаешь, что такое баннеры? Не, ну рекламный щит, что ли? Ну, типа да. Ну вот, спускайся вниз, я тебе покажу, что такое баннер. Спускайся вниз. Вот, смотри, это их баннер. Вот, смотри.
Видишь, что на нем нарисовано? Злюка, пописюка. Злюка пописюка нарисована. А кстати. Смотри, 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 смотри на меня. Чё? Собака, ты опять! Как? Опа! Здравствуйте! Здравствуйте, молодой человек! Подожди, один здесь заныкался. Ну, смотри, если один был, то, возможно, и тот где-то заныкался. Сейчас у меня складывается вопрос к подписчикам. Пока я здесь накапываю кучу-кучу угля, Катя там пытается что-то найти. Я слышу, как кто-то здесь пищит рядом. Это не я. А. Ой, я-то думаю, кто здесь разговаривает? Кать, тебе это нужно увидеть! Вот он! Кто? Чувак один с арбалетом. У него флаг есть или нет? Нет, нету флага. А, ну если нету флага, тогда убивай его, зачем нам он? Убиваю. Вот тот, у кого будет флаг, вот тот как раз таки он им и нужен. Слушай, ты меня тут бросил одну, их капец как много, сейчас. Сейчас я подойду. Там есть кто-то? Да, уже двоих убила. А где ты вообще, можешь мне сказать? Ты в башне? Нет, я в лесу бегаю, ищу что-нибудь. Ёперный тет, а зачем ты в лес-то убежала, если я тебе сказал то, что я по... Так, арбалеты валяются. Ага, вот, еще один подбирай арбалет. Все? Ты всех да, убила? Да, твоих убила. Да, молодец, твоих. Молодец, молодец. Там, короче, наверху, ты себе даже не представляешь, кто. Я его тоже вижу примерно второй раз в жизни. Давай отправляемся кто? Туда. Пошли, пошли, там какой-то торговец. Возможно, когда мы сюда вернемся, как я понимаю, ребят, может, я ошибаюсь, но это точка спавна вот этих разбойников. То есть, если сейчас на наших глазах этот чувак с баннером пропал, значит, возможно, через какое-то время он заново появится. Возможно, где-то здесь, возможно, где-то в лесу, возможно, на башне. Иди сюда, ну, Катя, кстати, смотри. Да. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Смотри. Это верблюды? Смотри, не, это ламы. Ёперный театр. Короче, смотри, что он продает. У нас есть 10 изумрудов. За эти 10 изумрудов мы с тобой можем купить папоротник. Ага. Полезно. Морской огурец. Красный песок, саженец тропического дерева и... Иглобрюх в ведре. Кого-кого в ведре? Иглобрюх в ведре. Иглобрюх? Иглобрюх в ведре. Игорь, что ли, опять пришел? Какой Игорь? Игорь, блин. Ты куда? Ты куда полетел-то? Сумасшедший-то такой. А все, он резкий. Я тебе говорю то, что не спавнятся, потому что раз в несколько минут они появляются. То этот с баннером, то вот этот с арбалетом. Ты забрала себе арбалет? Да, я буду бить его же оружием. Давай, давай, давай. Опа, 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 па, па, па. Я тебе говорю. Да в лесу здесь эти чуваки спавнятся. Вот полно их просто с обычным арбалетом. Я тебе говорю, потопали домой. И потом нам сюда возвращаться. Я хотел убить этого чувака с флагом, чтобы у нас рейд был. Да блин, смотри, вот у меня, например, забитый инвентарь. У меня уже бронька на желтой просто. Нам нужно ну, починиться, кстати, выложить да. все. А то подписчики по-любому в комментариях будут опять тебе вот это вот. Какой ты плохой, нубасосина. Да не-не-не-не-не. Не нубасосина, просто я реально каждую серию замечаю, то что подписчики в комментах пишут: Эдисон, почисти свой инвентарь, у тебя там настоящая мусорка. Я как бы даже не отрицаю это, на самом деле так оно есть. Просто я хотел вам показать, что такое рейд в этой серии. Ну ладно, давай сделаем так. Отправляемся домой, наш дом не так уж и далеко отсюда находится. Отправляемся домой, выкладываем все вещи, а потом возвращаемся сюда. Кать! Или мне очень много всего видится, или он прям заспавнился только что у меня на глазах. Наверху! Быстро, 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 быстро! Может быть, галюны? Это реально он! Господи, где? Убил! Где ты? Я на самом верху был, он только что у меня на глазах заспавнился. Я уже хотел разворачиваться и вижу то, что там вот этот чувак с баннером появился. Извини, излишние эмоции, слишком большая эмоциональность. И что выпало с него? Мне дали достижение добровольное изгнание. Убейте главаря разбойников. То есть это был главарь разбойников. Может, стоит пока держаться подальше от деревень. Как только мы зайдем в какую-то деревню, начнется рейд. Я никогда не делал этот рейд, и у меня аж мурашки по коже. Так, 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 рейд есть. Ты там жива? Одно сердечко, одно сердечко. Если я спрыгну тебе на голову, ты выдержишь? А, да. Давай. Ого. А чё, не словила? Да, нафиг ты нужен. А сейчас, Кать, перед нами стоит просто самый важный, ну почти самый важный в жизни выбор. Что мы с тобой будем делать с этим знаменем убийцы главаря бандитов?
А зачем он вообще нам нужен? Ну я тебе еще раз повторяю. Если мы с тобой отправимся в деревню, начнется рейд. Грабители начнут нападать на деревню и убивать мирных жителей. Вот тех самых, которых ты хотела защитить в прошлой серии, чтобы мы с тобой не грабили. Понимаешь? Угу. Но я очень сильно сомневаюсь, что с той бронькой, которая сейчас у нас есть, мы сможем отбить рейд. У нас обычные железные мечи, у нас обычные железные броньки. А их будет намного больше, чем вот было сейчас в этой башне. Ой-ой-ой. Это как сейчас произошло? Это называется, я хотела посмотреть в эту шахту, там просто что-то светилось. Я подумала, там алмазы. Ладно, тогда я отправляюсь к нам домой, деревня там не так очень далеко находится от нас, поэтому давай ты знаешь, куда топать, на север. На север. Это направо или налево? Так, где тут полярная звезда? Сейчас я посмотрю. Меня в школе учили. Стой, вернись, ты пловец. Давай, может, ты сюда ко мне. Тут, кстати, Ярик обитает, а сзади Игорь обитает. Поэтому давай за мной. Опять этот Ярик, Кать, хватит это говорить уже, а! Ты лучше скажи мне, что нам делать? Не обижать Ярика в первую очередь. Как нам поступить? Идти защищать деревню от разбойников? Или же все-таки добыть ресурсов, алмазный меч сделать? Мы же не сможем там, блин, выиграть, так скажем. Ну слушай, реально, я так думаю, то, что вот с этими железными инструментами мы вряд ли сможем защитить деревню. Скорее всего, разбойники просто придут, ее ограбят, и все. И нас убьют, и всю деревню убьют. Поэтому, скорее всего... Не обращай внимания на паука. Не надо на паука. А ничего, что они на меня напали? Ну, так ты просто пробегай мимо, да и все. Вот, короче, мы с тобой прямо сейчас пойдем в шахту, добудем алмазы. Когда у нас будут алмазы и хотя бы по одной алмазной шмотке, вот тогда мы с тобой уже сможем отправиться на рейд. Как я понимаю, этот эффект бесконечный, ну, до того момента, пока я или не умру, или не выпью молоко, ну, или не защищу деревню, там уже как получится. Ну смотри, ну разве не красиво смотрится? И это еще даже учитывая то, что мы его толком не обустроили, а он уже светится издали. Он смотрится, как затонувший корабль. Он смотрится... В смысле, ну, как бы он и есть затонувший корабль, но только мы его начинаем обустраивать. Ты чё за собой двери не закрыла, а? Я вообще-то как бы... Алло. В одно ухо залетело, в другое вылетело, да, стрела? Человек за бортом! Игорь, спасай Катю! Игорь, да ты бесишь меня уже! Да я не буду с тобой! Ухажер новый у Катюхи появился. Иди сюда, Катя. Смотри, какие мы с тобой будем красавцы, Катя. Смотри. Мы добыли эту фигню. Ставим ее вот сюда. Вот сюда. И вот с этой части вот сюда. То есть уже ты будешь пробегать мимо нашего корабля и будешь знать то, что сюда лучше не соваться, потому что здесь обитают бандиты, понимаешь? Это мы бандиты. Мы еще те бандиты. Скрафти, пожалуйста, печку. Скрафти печку, ага. Мы с тобой пережарим всю еду. Так, держи. Крафти печку. А я скрафчу, знаешь что? Я скрафчу как можно больше сундуков для того, чтобы краски выложить вот этот весь хлам, который у нас завалялся в инвентарях. Печку скрафтила? Ставь туда, да. Возле верстака. Возле верстака. Стол картографа. Я так и не понял, зачем он нужен, но подписчики вроде писали то, что это полезная фигня. Поэтому пускай она здесь лежит. А, ну тут смотри, какие-то карты соединять можно. Вот, и ладно, потом это разберемся с этим всем. Самые важные и главные ценные ресурсы мы будем выкладывать вот в этот сундук. Матрос Екатерина! Что видно на горизонте? Да, знаешь, видно, что мы с тобой два нубалоха таких прям конкретных. А еще вижу, что надо идти алмазы добывать. Ну тогда мое к тебе предложение, то что прямо сейчас отправляемся, ищем шахту. И пока мы с тобой не найдем хотя бы один алмаз, мы не заканчиваем эту серию. Как тебе такое предложение? Я против. Почему? Я, кстати, вот заметил то, что здесь была шахта. Это ты еще почему против? То есть ты не веришь в наши силы, то, что мы с тобой не сможем найти один алмаз? Ты знаешь, я как-то раз хотела найти алмаз и думала, вот пока не найду, спать не пойду. И, знаешь, так весь день прошел. Да, и до скольки ты сидела? Честно, не помню, но уже светало. Ну это тебе просто не повезло. А вот ты будешь сейчас со мной, и со мной тебе повезет. Сейчас мы просто берем, прокапываемся вниз. Ну да, если бы здесь была хорошая шахта. Здесь шахты в принципе нет. Как понять, что шахта, а шахта не шахта? Короче, как понять, что шахта, ты смотри.
Берем, копаемся вниз. Иди сюда, Кать. Копайся возле меня. Я копаюсь на вот этом блоке, ты копайся рядом со мной. Но смотри, мы с тобой будем две большие нубописьки, если мы будем копать под себя и упадем в лаву. Тогда мы реально будем самыми последними майнкрафтерами. Копаем? Угу. Ты серьезно хочешь прям копать да, под себя? Да, я хочу под себя копать. Давай. Давай. Раз, два, три. Я перекрестил пальчики, чтобы там не было лавы, но зато перекрестил два раза пальчики, чтобы там была какая-то хорошая шахта. Все надежды потеряны. Думаешь? Опа! Уголёчек! Да. Ты что, взорвался там? Ну да, я просто пришел и весь пукан мой взорвался. Конечно, я взорвался. Давай копайся вниз! Копаю тут уголек. Опа! Я упала. Это что, шахта? Это, в принципе, шахта майнкрафтовская. Ааа! Чё? Иногда способ нубососа работает просто на ура! Я даже не мог представить то, что снизу нас находится настоящая шахта. Это какая высота? Это 30-я высота. Ну, да, алмазы мы здесь с тобой найти не сможем, зато мы с тобой сможем найти данжи, сундуки и много всяких полезных вещей. Слушай, поделись со мной, пожалуйста, светильниками. Сейчас, подожди, иди сюда, иди ко мне. Я сейчас сам скрафчу как можно больше факелов, чтобы у нас было. Иди сюда, иди сюда. Ты опять потерялась? Вот, смотри. Да. Я сзади тебя. Иди сюда. Так, держи 19 факелов. Так, мы можем спуститься туда ниже или можем пойти дальше. Давай за мной, Катя. За мной, быстро, в другую сторону. Не теряй, в другую, Катя, за тебя. Не теряйся, пожалуйста. Так, осторожно, там крипер. Осторожно. Осторожно. Не, давай вот тут проходи. Сундук. Лутай сундук. Опа! Вау! Бирка! Кстати, Кать, мы с тобой здесь можем найти седло и, если что, потом приручить тех с... До свидания. Так, тут у нас железка. Иди сюда, Кать. Да не нужно. Топай сюда, залезай. Давай. И аккуратно, настолько аккуратно, насколько это можно. Если мы реально с тобой сможем найти алмазы... Бей их, Катя, бей их, бей, Игорь! Игорек, слушай, ну это уже, конечно, капец. Кать, ну хватит собирать всякую шнягу, да не нужна она нам. Мы пришли сюда только и только за алмазом. Опа, мы с тобой нашли уже золото. Добывай золото, я пойду дальше, посмотрю, возможно, здесь реально что-то будет. Ага, ух ты, как классно. Ой, там еще красный камушек. Не добывай красный камушек, он нам, в принципе, не нужен. По-любому здесь будут алмазы, я прям чувствую. Раз здесь столько всего. Какой точкой ты чувствуешь, что здесь будут алмазы? Грудной. Опа, тогда они 100% будут. Нужно больше света. Веди меня, путеводитель, куда-то. Не, давай обратно. Нам да не блин, нужно. Вот я бы здесь железо бы собирала. Да, ёханый бабай, Кать, ну я тебе еще раз повторяю, мы сюда пришли только за одним, за алмазами. И без алмазов... Что? Ты в курсе, что я один раз копала железо, а под железом был алмаз? Ну это... Ой... Как? Опа, что? Я нашел золотое яблоко. Где? Ну все, я как бы его уже забрал. Ты все забираешь, и мне ничего не оставляешь. Ой, ты слышишь, как зомби кричат? Золото, можно золото возьму, пожалуйста? Ладно, бери, хорошо, бери, Катя. Ну золото, ну не... Ну бери, это очень даже хорошо, только проблема в том, что... Твое золото нам ничем не поможет, а вот алмазы помогут. Ниже, это 16-я высота, вот как раз и здесь, вот здесь уже могут быть. Только посмей мне сказать то, что ты хочешь это золото добыть. Конечно, хочу. Фу, слушай, ну мы так можем вечность тут ходить, на самом деле. Иди сюда, я тебе покажу кое-что. Видишь, там что-то находится? Видишь, светится? Вот это? Да нет, я ж тебе не сказал туда подходить, отойди обратно! А можно золото забрать, пожалуйста? Нельзя золото забирать, ну ты ж видишь, что там опасность, я тебе говорю, не подходи, ты наоборот бежишь туда, Кать! А что там? Это спавнер пауков. Я такой встречал. Кать, посмотри назад и посмотри наверх! Ой-ой-ой. Давай сюда, быстро! Меня траванули, давай! Чем?
Чем тебя траванули? Ну, так там вот эти пауки, которые отравленные. Я ж тебе говорю, не иди туда, ты пошла, и они сразу же над нами заспавнились. Шмар какой, прости, пожалуйста. Пока он не видит, я тут стороты бью золото. Хорошо, пока Катя не видит, я тогда добуду алмазы. Какие алмазы? Я в лаву упала, нет! Нет! А я нашел алмазы! Так, Кать! Не умирай, пожалуйста, не умирай. Я знаю то, что лава очень даже горячая. Но знаешь, сколько я алмазов нашел только что? Сколько? 6? 6! Откуда? Как ты угадала? Нет, я же говорила, надо поспать. Я в итоге заспавнилась в деревне в этой. Ну давай, вот я тебе говорил то, что это твое золото к добру не приведет. Вот как ты видишь, оно реально к добру не привело. Зато мы с тобой уже нашли алмазы. Ну если быть точнее, я их нашел, а ты немножко искупнулась в лаве. Все, за золотом больше никогда не пойду. Как вот, так-то? Вот. Я вот совсем чуть-чуть копала хоба, а там под низом лава сразу же. То есть ты все же под собой, да, копала? Нет, не под собой, я просто делала блок золота вниз, хоп, и все, там лава. Ладно, я, короче, выбираюсь, я буду дома у нас на корабле, а ты там давай беги обратно. Там же немного, там вроде блоков 400 где-то. Да, примерно так. Оп. Так, а сейчас у меня вопрос, а где я вылез-то? И где наш дом находится? Скорее всего, где-то вот в той стороне. Кать, тебе там еще долго бежать? Да, нормально, я тут пока тыковку собираю по пути. Ну, если я не владею топографическим кретинизмом, то наш дом должен находиться где-то вот в той стороне. Опа, а я нашел наш дом! Ты молодец! А пока Катюха топает к нам домой, я буду потихонечку заканчивать нашу серию с 6 алмазами в кармане. Ёперный кокос, Кать, я бы там тебе посоветовал возвращаться домой как можно скорее, потому что на охоту уже вышли снова фантомы. Да я бегу, уже бегу, я прям рядышком. Он в двери врезал. Ты их слышишь? Я их слышу, они над нами, они, я вижу их, я бегу. Где ты? Да я прям тебя... под кораблем. Давай быстро домой и в каюту, Кать, быстро. Бегу. Ой, привет. Давай, Кать, заходи внутрь. Сзади еще паучара, давай заходи. Спать. Да мы не сможем спать, потому что рядом монстры. Отлично. Да, поэтому я тебе предлагаю закончить прямо сейчас. Здравствуйте, мистер Паук. Кончаем вместе в эту же секунду. Горим тебе огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и всем до следующего рейда, который будет в следующей серии. Ужас, какая стрессовая серия. Стресс, все спать. Стрессняк, просто жуткий стрессняк.